находимся в Лондоне в Хаттон-Гарден-хранилище, где произошло ограбление. Это крупнейшее ограбление в криминальной истории Великобритании. Ребята молодые, крепкие и явно профессионалы. Кен. Кен! Что? Глухой как пень. Я сделал на золоте больше, чем все великие грабители на железной дороге вместе взятые. Но Хаттон-Гарден, если только смогу собрать надежных людей. В смысле надежных? Все в порядке, сынок. Спускаемся в шахту, как Человек-паук, затем проходим сквозь стену. Ладно, погнали, вперед. Господи, поверните меня, поверните! Давай, сынок. Только не ешь, пока не выберемся. С золотом одна проблема. Легко добыть, но трудно избавиться. Если они не полные идиоты, сокровища уже за пределами страны. Эй. Они нам все изгадили. Если кто и слабое звено, то Брайан. Брайан и Кенни. И Билли. Они как стаи голодных крыс. Это все? Ты куда все дел? Ах ты вор! Это не мы, офицер. Мы тут ни при чем. Слепец ведет глухого. Думаешь, он умер? Пошли. Пусть платит. Король воров.